s'était juré et que le temps a désarticulé jour après jour. Blesse mes pensées, tant de mots d'amour en nos cœurs étouffés, dans un sanglot, l'espace d'un baiser, sont restés sourds à tout, mais n'ont rien changé, car un au revoir ne peut être un adieu. Et fou d'espoir, je m'en remets à Dieu pour te revoir et te parler encore et te jurer encore. Une vie d'amour remplie de rires clairs, un seul chemin. Сижу я в уголке, картинку видел я с верблюдом на песке. Хоть видел 5 минут, забыть я не могу, как грустно шел верблюд по скучному песку. Картинка, картинка с верблюдом на песке. Картинка, картинка, верблюд в большой тоске. Thank you.
Стой! Стой! Здесь мы с вами расстанемся, товарищ Соколова. Согласно мандату, выделяю вам 10 пудов хлеба. По этой дороге доберетесь до станции, а там поездом и в Москву. Спасибо, товарищ Реутов. Только я бы попросила... Ясно, меня... Андронов. Я даю тебе особое задание. Помочь товарищу Соколовой доставить хлеб по назначению. Идеально устраиваются гады. Их отсюда за месяц не выкуришь. От ориентира 2 влево 15 пулемет. Вижу. Рядом второй. Не выкуришь, это с какой стороны посмотреть? Устраиваются они по-немецки, с комфортом. Сейчас я предоставляю слово нашей, признаюсь откровенно, всеобщей любимице, бывшей старости, неофициальному, так сказать, лидеру нашего класса, Надюше Кругловой, которая пропадала где-то 20 лет, ни слух, ни духу. Ну что, уже? Ну, докладывай, каких высот достигла. Да ну, каких высот? Я вот сижу, мучаюсь, не знаю, как на вопрос отвечать. А ты не мучайся, просто в двух словах. Ну, если в двух словах, я мама. А я папа. Ну, я же говорю, наш озорной и веселый 10-й А. Нет, ну, правда, я мама, понимаете? Конечно, мы понимаем, ты мама. А что ты делаешь, где работаешь? Ну, как, ну, я дома работаю. Я работаю мамой. Летим со мной.